Так, 210, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Это у нас 300 бакинцев. 10, 40, 60, 80, 90. И тут по мелочи еще. По мелочи, да? Сейчас так возьмем. Вот что. Вот это деньги, а не наши рубли. В них и чувствуется. Вот вы знаете, какой у долларов запах? У них очень вкусный запах у денег. Вы знаете, именно у долларов у них прекрасный запах. Отменный. Деньги пахнут. Отменный запах. Отличнейший. Ну-ка. Ой, какой мой самый любимый запах. Это запах американских долларов. Ой, как вкусно, а. Прямо духи бы купил бы запахом американских долларов. Ну-ка еще раз напоследок. Вот я люблю, как эти деньги пахнут, как пахнет эта жизнь. Так пахнет. Это Техас, поймите, это Луизиана, это Флорида. Ну-ка. Блаженство. Красивые деньги.